Ах, как интересно вы спросили. Вы знаете, честно говоря, что-то я думаю, что все от ума зависит. Вот правда, правда. Мне 52 года. Я дофига уже прожила на свете. Ну, правда, это не маленький возраст. И чего я только не видела. И таких, и сяких. И сама по-разному жила. И верила и в удачу. Да и не, все от ума зависит. Насколько ты просчитаешь вперед, насколько ты не испортишь отношения с людьми, которые тебя окружают. Огромный фактор удачи, человеческий фактор, огромный. Все, кто тебя окружает. Если ты никому ничего не сделал плохого, ну, хотя бы не назло. Ну, конечно, мы все делаем плохое. Но если ты не специально сделал это плохое, мне кажется, что люди отзовутся, и люди будут тебя любить, уважать. А это точно удача. Вот, это уже удача. Гороскопы, вы знаете, да нет, ну, я, конечно, понимаю. Да, кстати, вот знаки похожи, правда. Ну, видим, да нет, похожи. Нет, наверное, что-то существует.